Все большее количество людей изъявляют желание иметь красивые кованые ворота и забор вокруг загородного дома или городского офиса. Изящные решетки на окнах, красивые перила на лестничных маршах, фигурные ограждения балконов. Для изготовления всех этих изделий служит кузнечное оборудование ОСТ «Станкопром». Кузнечное оборудование состоит из станков с ЧПУ, сменных блоков и оснастки. Станки собираются на немецком предприятии в свободной экономической зоне с использованием немецких комплектующих. Гарантия на станки – 2 года. Все станки изготовлены в соответствии с международными нормами и ГОСТами, действующими на территории стран СНГ. Универсальные станки с числовым программным управлением. Универсальные станки являются основой кузнечного оборудования. В базовом комплекте поставки станки предназначены для кручения квадрата и полосы. Станки также служат приводом для сменных блоков. Возможные операции с использованием сменных блоков. Вальцовка материала, раскатка окончаний, гибка завитков, изготовление корзинок. Станки оборудованы системой управления Mitsubishi. Управление станками и их обслуживание не требует от операторов высокой квалификации. Оборудование позволяет обеспечивать точную повторяемость изделий. Электропривод станков не требует обслуживания. Базовый вариант поставки станков включает 3 комплекта инструмента для кручения квадрата. Дополнительно можно заказать сменные блоки – вальцовочный, кузнечный, завиточный, гидравлический блок для корзинок. Операция «Кручение квадрата». Вальцовочные блоки. Вальцовочные блоки устанавливаются на универсальные станки, которые служат приводом для них. Вальцовочные блоки предназначены для вальцовки полосы, квадрата, круга, прямоугольной трубы при помощи сменных вальцов. Базовый комплект поставки включает 1 гладкий валец и 3 вальца с рисунком. Дополнительно можно заказать порядка 80 вальцов с различными рисунками. Операция «Вальцовка полосы». Операция «Вальцовка квадрата и круга». Операция «Вальцовка квадрата по 2 ребрам одновременно» выполняется с использованием направляющей, которая позволяет установить квадрат на ребро.
операция «Вальцовка прямоугольной трубы». Кузнечные блоки. Кузнечные блоки устанавливаются на универсальные станки, которые служат приводом для них. Кузнечные блоки предназначены для раскатки окончаний заготовок, изготовления пик. Перед обработкой материал следует нагреть в кузнечной печи. Операция изготовления гладкой пики. Операция изготовления продольной лапки. Операция изготовления поперечной лапки. Блок для гибки завитков. Блок для гибки завитков устанавливается на универсальные станки, которые служат приводом для него. Блок предназначен для гибки завитков. Базовый комплект поставки включает 3 штампа для завитков. Дополнительно можно заказать порядка 25 штампов. Гидравлический блок для изготовления корзинок. Гидравлический блок для изготовления корзинок устанавливается на универсальные станки. Гидравлический блок предназначен для серийного изготовления корзинок. Базовый комплект поставки включает 2 комплекта инструмента для корзинок. Приспособление для крепления гидроцилиндра. Предназначено для крепления гидроцилиндра с гидравлического пресса на универсальные станки. Такой вариант одновременного использования 2 станков применяется как более экономичный вариант изготовления корзинок. Дополнительно к приспособлению необходимо приобрести инструмент для корзинок. Управление процессом изготовления корзинок производится нажатием кнопки «Пуск» или нажатием педали универсального станка.
гидравлический пресс с числовым программным управлением. Гидравлический пресс предназначен для гибки заготовок с использованием сменных штампов. Станок оборудован системой управления Mitsubishi. Управление станком и его обслуживание не требует от операторов высокой квалификации. Оборудование позволяет обеспечивать точную повторяемость изделий, возможные операции, гибка материала по штампам, гибка материала по программе, скрутка в плотный завиток, а также другие операции, рихтовка, гибка трубы, изготовление декоративных U-образных поясков. Базовый комплект поставки включает один штамп. Дополнительно можно заказать порядка 40 сменных штампов для гидравлического пресса. Специальные станки с числовым программным управлением. Специальные станки предназначены для гибки завитков с использованием специальных штампов. Станки оборудованы системой управления Mitsubishi. Управление станками и их обслуживание не требует от операторов высокой квалификации. Оборудование позволяет обеспечивать точную повторяемость изделий. Электропривод станков не требует обслуживания. Базовый комплект поставки включает 3 штампа для завитков. Дополнительно можно заказать порядка 25 штампов. Станок для вальцовки труб. Станок предназначен для получения витой трубы из круглой стальной. В конструкции станка использованы проверенные временем немецкие комплектующие. Электропривод станка не требует обслуживания. Диаметры обрабатываемой трубы от 32 до 108 мм. Витая труба используется для изготовления фонарных столбов, элементов мебели, вешалок, светильников, для ландшафтного дизайна, при изготовлении беседок. ОСТ «Станкопром» осуществляет поставки продукции со складов в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Витебске. Лизинговые схемы поставок. Помощь в подборе комплекта оборудования в соответствии с возможностями потребителя. Консультирование по организации технологического процесса и планированию производства. Бесплатное обучение операторов станков на действующем производстве. Помощь в проведении пусконаладочных работ. Гарантийное обслуживание и послегарантийные поставки запасных частей и любой оснастки. Послегарантийное бесплатное техническое и информационное сопровождение.